Вместо того, чтобы устроить вечеринку, они отправились работать на кухню. Татьянин день студенты Ульяновского техникума экономики и права в этом году отмечают необычно. Ребята под руководством преподавателей испекли пироги. Большие, румяные, ароматные. Эти произведения кулинарного искусства предназначены для тех, кому в наше время особенно необходимы забота и поддержка. Совсем скоро вот эти красивые пироги с капустой и грибами отправятся к нашим медработникам в Ульяновские учреждения здравоохранения. Несмотря на юный возраст, с тестом пекарь справляется ловко. Видно, что практики достаточно для того, чтобы испечь добротный пирог. Мы делали пироги в День России, в День медиков. Вот. Участвовать буду, так как это приносит самой себе удовольствие. Ты понимаешь, что это хоть как-то порадует медиков в такую тяжелую для них ситуацию. Специально для зрителей «Управда ТВ» Дарья рассказала об идеальных пропорциях для вкусного и воздушного теста. Так, 250 мл воды, щепотка соли, щепотка сахара, дрожжи, разведенные в воде, 2 яйца, растопленное сливочное масло и 250 муки. А помогли в организации активисты Общероссийского народного фронта. Общественники много общаются с медиками, помогают нуждающимся труженикам тыла. Также у нас есть акция, что представители Общероссийского народного фронта развозят врачей, доставляют их до больных, помогают им добираться до работы и максимально оказываем содействие нашим врачам, чтобы они выполняли качественно свою работу и лечили наших людей. Когда пироги поспели, их упаковали и повезли в детскую инфекционную больницу. Коллектив встретил гостей с радостью. Медики отмечают, поддержка ульяновцев только подстегивает их работать лучше. А в планах студентов-пекарей объехать все больницы, в том числе ковидные госпитали. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости «Управда ТВ».